Так, в общем, автомобиль Hyundai Elantra 2024 года. Будем клеить накладку на задний бампер. В этой зоне мы уже наклеили малярный скотч, чтобы нам было понятно, куда наносить праймер. Ну, то есть мы приложили бампер и обклеили. Нанесли праймер, приклеили. Получилась вот такая красота. Обратите внимание, с накладкой бампера выглядит более брутально. Осталось докупить пороги, чтобы они гармонировали с этой накладкой.